Всем привет, всем привет! Вы снова Привет, на привет. нашем канале Лученко Family Food. Как всегда, с вами Артём, Авигей и я. Яна. И сегодня у нас роллы! Только мы их сначала не будем кушать. Да. В общем, какая ситуация? Это те роллы, которые мы любим, мы все заказали, все дела, ждем, забрали. И мы заказали вот это... Такие дорогие роллы, 500 чем-то вот они стоят. Мы заказали, вот эти мы заказали. Да, и мы заказали их специально полпорции, но мы сейчас открыли, а там порция. И чуть-чуть вот мы не поняли, либо это такой ролл, вот здесь вот видите, 4 таких, 4 таких. Вообще мы вот такой ролл заказывали полный, но либо он у них такой идет, типа половинка такая, либо тут что-то другое. Вот, мы хотим сейчас, один раз нам они не доложили, в этот раз они наоборот нам переложили, по чеку это полпорции. Вот, мы хотим сейчас им позвонить и выяснить, и узнать вообще, ну, а вот что они будут в таком, вообще как это делается, ну, то есть, типа, это их косяк или что, или нам нужно будет доплатить. Вот, мы решили прямо сейчас вам позвонить. Громкая связь. Вот тут вам, я думаю, слышно. Здравствуйте, вы позвонили в кафе Бразери. Хотите заказать доставку? Да. Нажмите 1. Для бронирования столика. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Или нам скажут, заверните обратно, мы пересчитаем и дадим вам новую. Да, это, кстати, лангустин, вот эти любимые, так, это с сыром. Начнем с самых вкусных, не самых дорогих. В данный момент оператор занят. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Мы обязательно примем ваш заказ. Спасибо. Подождем. Оператора уволили уже. В данный момент оператор занят. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Мы обязательно примем ваш заказ. Спасибо. В данный момент оператор занят. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Мы обязательно примем ваш заказ. Спасибо. Сегодня рис суховат. В данный момент оператор рисковато, занят. Рисковато. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Мы обязательно примем ваш заказ. Рисковато. Спасибо. Да. Он рассыпчатый. В данный момент оператор занят. Пожалуйста. Мне кажется, он чуть-чуть не доварен. Да, кажется, чуть не доварили. Перезвоним чуть позже, потому что не отвечают. Будем пока кушать. О, улетели. Я хочу попробовать сам. Это нормально у нас. Пока их не отобрали, давайте их есть. Так, пробуем второй, самый дорогой. С волосом? С икринкой. С волосом или с икринкой? С сыром. Этот ролл больше на салат похож, чем на ролл. Честно, ничего восхитительного. Он стоит вообще 520, что ли, за 8 штук. Ну, не знаю, может, здесь икра настоящая. Все дело в этой икре. Что, на 100 рублей стоит? Ну, но рыба как бы такая тонковатая. Ну да, не сказать, чтобы он стоил 520. Это какую начала пробовать? Так, лангустинчик. Вот такую? Вот не знаю, но мне кажется... Вот такую? Угу. Я тоже. Лангустин у них недооценен. Угу. Мне так кажется. А вот это переоценил. Лангустин прям вообще. Хочу. Так, все, попробуем еще раз. Может быть, он сказал доставку? Здравствуйте. Вы позвонили в кафе Бразери. Если вы хотите заказать доставку, нажмите 1. Для бронирования столика, пожалуйста, оставайтесь на линии. Ну да, действительно. Обычный ролл. Но просто когда икра попадается, то ты не чувствуешь ролл, а чувствуешь красную икру. Добрый вечер, кафе Бразери, Анастасия. Анастасия, здрасте. Мы у вас только что ролл заказывали на имя Яна. Угу. Вот, и мы заказывали полпорции ролла сальмон икура. Угу. Там получается полпорции, это будет 4, да, штуки? 4. А у нас 8. Что нам делать? Сейчас,
Минутку, пожалуйста, вас очень плохо слышно. Я говорю, там должно быть 4. В общем, я просто хочу вам сказать, кажется, вы перепутали, нам целую порцию положили. Вас очень плохо слышно. Да? В общем, сейчас вы меня слышите? Кажется, вы перепутали нам не пол порции, а порцию положили, потому что у нас их 8 штук. 8? Да. Да. Ну, вот это же сальмон икура. Вот мы позвонили вас предупредить. А почему? Да, да, я вот посмотрела. Там полпорции. А еще, знаете, который с угрем, получается 4 штуки с угрем и 4 штуки идут с лососем. Это такой ролл, типа он идет? Да. Ну все. Ну тогда все правильно. Да, вы нам доложили. А, положили целую порцию. Наоборот, положили целую порцию. Ну, видимо, наши повара что-то расщедрились сегодня. Приятность такую вам сделали. Ну, спасибо, что позвонили, сказали. Угу. А так роллы вкусные? Да, все вкусно. Ну, просто мы думали, может быть, если нужно, мы заплатим, потому что целая порция. Нет, что вы... Нет, 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 ничего не нужно. Алло. Алло. Алло, 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 алло. Ну, в общем, мы свою цель достигли. Ну, в общем, да. Можешь одну салфетку подать? Да. А что, они не положились? Где не звонок? Ну, сейчас, может быть, там... В общем, они, наверное, немножко в шоке, потому что обычно им привычно слышать, что кто-то не доложил. Да, а тут наоборот. Тут наоборот. Мы техникам просто... Сгрустнул где-то один повар. Один раз они нам не положили, помните, роллы. Но честно, честно, если бы я заплатила за них 520 рублей, я бы расстроилась. Я говорю, может быть, повар расстроился и тоже положил на 8, а не 4. Я услышал, что этот набор, он действительно так идет. 4 с угрем, 4 с лососем. Да, я теперь поняла, он называется тайгер, типа тигр, и он типа вот так должен идти, полосочку. Вот, теперь все понятно. Вот. Ну, продолжаем кушать. Ну вот, я уже почти все попробовал. И кроме лангустина не могу ничего сказать. Да. Ну это же роллы, какие бы они были. Этот мы уже брали, но Виге его попросила себя. Ну я не заказывала больше никакие порции. Угу. Вообще, в принципе, же у меня Виге заказала, да? Всем. Я только вот эти заказала и все. Вот так. Да, мы вынашивали идею роллов, наверное, дня 3 тоже, давно не ели. Угу, так хотелось, вообще вчера еще хотелось роллов. Может быть, они перепутали с доставкой просто, захотели другому человеку, а не нам. Угу. Может быть, так? Могу похвалить за имбирь, потому что он тоже сегодня вкусный. Не обжигает горло, мера сладкий. И не такой уксусный, как у... Сушкова. Хотя я считал, что Сушкова, и считаю. Пока роллы, ой, имбирь такой, ну, самый интересный. Ну, с рисом сегодня подкачали. Mm-hmm. Но, так как приятный бонус сегодня нам прилетел. Mm-hmm. То, собственно, вот так. Я вот этот еще не пробовала. Наверное, вы смотрите, а мне уже 30. Да, потому что мы планируем, мы снимаем
А мы планируем. А вот уже 5. После дня рождения выложить этот мукбанг. У нас была такая жара. Завтра. Скоро помню. Ну, вы знаете, конечно, тяжело придраться, потому что как бы, ой, и рыбка, и рис, и авокадо мягкие. Ну, как бы, и икра. Возможно, как бы мне как-то разбегают глаза и смотрят, что... И думают они в голове, что мы почти все скушаем. Попробовать? Думаю, все съедим. По идее, ну, возможно... Сами ингредиенты, то, что здесь дорогие, и поэтому такая сумма. Но когда ты его ешь, ты же хочешь эту сумму ощутить. На языке. На языке? Попробуем по той сумме. Вот же она ест. Нет, ты попробуй. Я ела ее. Ничего тебе, похоже на салат? Ну, он мне еще тогда, ну, я его не заценила. Ну, вот ты говоришь, и роллы, ой, начинка, и авокадо, и все дела. Ну, я вот честно могу сказать, что рис не доварен везде. Да. Если не позвонят, спросят, как болел ролл, болит, то можно честно сказать, что рис был недоварен. Я надеюсь, они нам чашку риса не вышлют потом. Ты сюда. Возможно, они потом позвонят, но она, возможно, может созвонить на мой телефон обратно. Он у меня выключен. Она говорит, ага, сейчас забесились. Мы дико извиняемся, что так получилось, поэтому мы вам не вышлем еще ролл. Угу. Это реально салат. Мое мнение, что если вообще в целом ты оказываешь какую-то услугу, то косяк любой всегда за тобой. То есть, как говорится, клиент всегда прав с учетом очень большой конкуренции. Вот, и даже, ну, то есть, если они не доложили, это их косяк, они переложили, это их косяк. Но меня... Мне доварили тоже их косяк. Угу. Да, рука возьмешь. Меня всегда совесть, знаете, мучает, если... Если не доложили, должна быть справедливость. Ой, если нет. Переложили, то нет. Тоже. Вот мне это... кажется, ты должен сообщить об этом. Это ты почему-то роллы не... Острые. Вот, ну, вот твой лагустинчик. Вот эти роллы... Нет, я уже кушала лагустинчик. Это мое, это мое. А, ты будешь? Вот тебе вот эти показались острыми? Да, да, они острые. Не знаю. Мне тоже острые показались. Я уж которую ем. Не острый. Ну тогда я буду кушать. Ладно. И нам острый показать. Ну все брекеты в рисе. Я что не люблю сейчас есть роллы, потому что рис, он застревает в брекетах. Помыть? Вытереть? Мы до сих пор не купили салфетки. Да ладно. Да ладно, чего там? Не надо использовать. Вот этот тайгер, кстати, стоит 460 рублей. Ну, невосхитительно, честно говоря. А вот лангустин стоит 390. Вот за лангустин действительно цена, да. Но, опять же, когда рис недоварен, он сильно влияет на ощущение вкусовое. Да. Обязательно. Там... Ой, я хочу. Какой? Я хочу. Вот же у тебя стоит. Там икры больше. Конечно, опять же, спору нет, что мы придираемся, если их сравнить, там, не знаю, с какой-нибудь той же... Ну, я не говорю, что там где-то, ну, в других плохо, но я имею в виду с обычной доставкой, если их сравнивать,
Ну, конечно, это очень хорошие роллы и тому подобное, но они себя позиционируют не как обычная доставка дешевых ролл, да, обычных, среднедоступных. Ну, для Тюмени это как бы, ну, не совсем дешевые роллы. То они как бы должны соответствовать и быть как бы соответствующими, потому что это ресторан, и мы заказываем из ресторана, а не из ларька доставки, правильно? Вот. То есть я считаю, что разница, это то же самое, что пельмени домашние, да, пельмени с магазина и пельмени в ресторане. Вроде бы пельмени пельменем, но опять же, они должны, да, должна быть между ними разница. Я не буду идти в ресторан за обычными пельменями, которые я могу купить в магазине, сварить, что там только смысл, только то, что они из ресторана, только в ресторане мне их сварили с того же пакета. То есть с роллами то же самое. А я вот ем и вспоминаю роллы от Сушкова из киноа. Вот их бы я еще раз поел. Почему-то вот очень хочется. Если бы роллы стоили здесь, там, не знаю, по 100 рублей за сет, и был недоварен рис, то, ну да, можно было простить, и что ты ожидаешь, да, за 100 рублей, и то, вы не, то есть даже если вы продаете роллы за 100 рублей, если вы продаете роллы за 100 рублей, это не значит, что они должны быть плохо приготовлены. То есть тут цена только от стоимости ингредиентов. То есть у вас подешевле там рис, подешевле там, не знаю, что вот тут. Васаби и все остальное. Но ты не знаешь, что вы можете их готовить теперь как попало. Потому что рис должен быть сварен нормально и в дорогом ресторане, и в обычной доставке. В общем, я сегодня вот так. Вроде бы роллы доложили на вывод. Ну, все честно, просто ты платишь, и ты хочешь получать то, что ты за что ты заплатил. Ну, то есть, например, когда... Тогда, она... Вот когда готовят, я еще соглашусь, что, например, сливочный сыр. В обычных доставках он более дешевым, он чувствуется, он горчит. И нельзя прийти повару сказать, у вас горчит сыр сливочный. Он горчит, потому что он дешевый. И роллы сами дешевые, потому что сыр дешевый. А вот рис они... Рис они не доварили, потому что это руки у повара кривые. То есть они должны были его сварить в любом случае нормально. Либо нету контроля за именно за ингредиентами. Ну, должно вас. Угу. Где вода? То есть... Ну, можно не подлить? Я можно. Еще не пил соль. Я уверен, у них есть там. Думерка. Даже очень думерка. Я уверен, у них есть там контроль качества, но сегодня они налажали с рисом, и хочется бомбить, честно. Да. Самый основной ингредиент это рис здесь и... Да, и он все портит. Что? Ну вот я почувствовал перчинку здесь такая. Что я тут вспомнил? Кушал лавок. Они не подписаны, я тебе лангустины вставляю. Нет, а вот это скушал, который здесь вот. С икрой? Да. Ты меня не предупредил, что хочешь себе оставить. Ну, потом мне такие понадобятся. Ну, бомбим. А ролл заканчивается. Не. Они съедобные, все нормально, но мы объяснили, почему мы к ним сегодня придираемся. Сегодня только приходится из планшета через... Когда вот у нас еще, кстати, одно место открылось. Это когда снеговика. Они заявляют, что у них самые вкусные роллы в городе. Может быть, у них попробуем. Новые? Ну, вот это, которое я говорила тебе.
Не балуйся, я целовала. Я же тебя не поцеловала, балуйся. Я так понимаю, они не... На видео. Они не... Не новое, а чуть-чуть переделали, короче. Формат своего кафе вот так. На доставку? Ну, вообще у них и так можно покушать, но сейчас ты нигде не покушаешь. Просто, знаете, чем? Я роллы уже реально 3 дня хочу. Может, больше уже. Или меньше. Но... Хотела. И вот когда ты хочешь, у тебя очень сильное желание, и когда ты вот, ну, ешь, и что-то не то, то ты расстраиваешься больше, когда ты просто, ну, ешь роллы, ну, и думаешь, ну, вроде нормально, как бы, роллы. А вот когда ты этого хотел, и не получаешь именно того, что ты хотел, тогда тебя реально бомбит. Так, я вот этот могу съесть? Но у них вот эти вот всякие мягкие там, они у них очень большие. Такие с рыбкой, такие кусочки, как бы, ну, видно, да, там? Достойные. Да, щедро. Там, в принципе, можно вот их взять, и вообще нормально будет. Конечно, можно и за 100 рублей взять. Два скушают, там брюшко будет. И потом все запьют водой, и потом давайте будем заканчивать. Да. Сегодня мне порадуешь? Чем? Ну, что я столько кушала. И что? Ну, сколько съела, столько съела. Я не думаю, что они рис в кастрюле варят, да? Наверняка у них есть сварки, которые там с таймером. Не знаю. Ну, может быть. Не знаю. Уже съели. Добивай. Кто? Кто будет? Ты будешь? Да. Нет, ты будешь, добивай. Я уже все. Не хочешь, я будешь? Мне кажется. Полетел последний ролл. Угу. Это первый раз, когда мы на Мукбанке все съели. Значит, мы стали больше есть. Нет, здесь. Роллы просто другие. Надо ставить. Хотя, 5 полных порций. Может быть, надо, когда вот так, вот столько нам надо, может быть, покупать, когда. Не знаю. Ну, сегодня, не, знаете, хали-хали весь мукбанг, а съели все до единого. У нас почти стоят, как сои почти стоят. Просто когда ты роллы знаешь? Как колеса. Ну, знаешь, что однозначно? Что ты больше всех съела опять. Да. Я обделила. Угу. Самый вкусный съел. Блин, рис вообще. О! Не, знаете что? Просто мы эти роллы знаем уже от и до. Я хочу попить воды, и потом заканчивать мукбанг. Поэтому знаем, что если рис не доварен, то значит он не доварен. Пойдем гулять. Если бы не всегда был такой рис, то это мы бы привыкли. Но просто мы знаем, что у них рис. Ну, вы помните, я говорила, он у них такой липкий и рассыпчатый. А сегодня он прям, ну, такой. Не с хрустинкой, конечно, но не тот. Поэтому придираемся. Ладно, давайте оставим Максим в покое. Все, съели было все вкусненько. Но с погрешностями. До новых встреч, пока. Пока-пока. Поцелуйки.